Приветствую, друзья! Вот получила посылку. Вот такая посылочка у меня была. Ну, тут с утеплением. В бумаге упаковано все. Это были пеларгонии. Вот эти красотки. Красотки. В любом случае красотки. Показываю вам для чего? Для того, чтобы вы понимали, что зональные пеларгонии могут приходить вот так. И не думали, что я получаю исключительно первоклассные растения, вот такие, которые мне несут в руках, доставляют и вручают с особыми почестями. Нет, все ровно так, как и у всех, абсолютно. Просто сразу предупреждаю, что в обморок я не падаю. От такого состояния видно, что вот он росточек, у него вот так вот он лежал в коробочке, и вот он загнулся, значит, растение живое. Оно вот беленькое, да, светленький такой, этиолированный называется побежек. То есть растение растет за счет собственного ресурса. Они сухие. Ну, прям очень даже сильно сухие, я бы сказала, прям сильно. Да, и грунт может высыпаться. Но я срочно не буду писать претензию продавцу. Ах, как вы посмели, ах, как вы смогли такое, позволили себе отправить. Нет, ребята, все прекрасно. Я просто довольна и счастлива, что у меня теперь есть эти растения. Все. Что я буду делать? Итак, получая посылку, особенно с пеларгониями, оставляем их в покое. Вот, выставляем. Если очень сухо, значит, очень понемножку, буквально по капелькам, поливаем совсем понемножечку. Ничем не прыскаем. Не нужно никакими эпинами там и прочей фигней прыскать. Просто поливаем и оставляем под лампой. Конечно, на свет не выставляем, на прямой солнечный, то есть прям на жаркое, жгучее солнце не выставляем. Оставляем на щадящем свету, потому что растения перенесли у нас фотостресс. Они были закрытые, ну вот в этом случае примерно неделю ехали закрытые в коробке. Что-то медленно, ну, опять же, издалека. Опять же, издалека у меня поблизости, как бы, ну, маловато вариантов получить что-то такое интересное. Вот и весь полив. Вот и все. Вот так я их оставляю под лампой при температуре, какая есть в теплице, и все. И примерно покажу вам их, ну, наверное, через несколько дней, когда будет видно, как они адаптируются. Прошло 4 дня, и мои красавицы уже приходят в чувство. Как я сделала выводы такие? Ну, вы теперь уже четко видите, что уже много позеленевших точек роста. То есть вот явно видно, что вот, например, растение, оно тронулась в рост, вот молоденький зелененький листик образовался, но в то же время общий вид их как бы даже и пострашнел, что ли. Вот много сухих листочков, совсем усохших. И теперь пришло время, что я могу со спокойной совестью вот эти все листочки убрать. Они все. Все, что могли, они отдали, свое дело сделали. И теперь уже пришло время их подкрасивить. То есть все, чему было суждено уйти, оно ушло. И мы просто это все со спокойной совестью уберем. Так, здесь у меня этикеточка, оставлю. Вот это вот тоже уберу. И вот. Ну, что теперь хочу показать. Вот, смотрите, пока не видно никаких корней. Ну, то есть корни-то там есть явно, потому что растение же оживает, но беленьких корешков вот здесь не видно. А вот здесь вот видно, видите, корешочек выходит. Вот он. Так, и где я еще? Вот здесь вот видела.
Вот. Корневая система восстанавливается. Вот они, те самые белые корешки. Ну так, что-то тут отсвечивает все. Ну, в общем, поверьте на слово, точно. Возникают тут беленькие корешочки. И вот на этом уже этапе можно поливать. Вот здесь уже растение, понятно, оно воспримет всякие наши подкормки, помощь для развития корневой системы. То есть мы наводим водичку, например, с монофосфатом калия даем, либо любое комплексное удобрение, там, где есть азот, фосфора чуть больше, то есть, ну, такие для рассады варианты с формулой для рассады. И точно так же даем совсем понемножечку, ну, вот буквально по капельке даем полив. Все 4 дня растения мои стояли под лампой, ни на сколько я их не убирала из-под лампы. То есть они все время были под светом. Ну, ночью, естественно, нет, а днем, да. Плюс тут солнечный денечек выдавался, и растения довольно-таки быстро приходят в чувство. Дальше я с ними ничего еще пока не буду делать, кроме вот как полила немножечко с минеральным удобрением. А мусор вот этот я весь обберу, и пусть они стоят дальше еще как минимум 4-5 дней, то есть еще постоят они, получается, в целом около 2 недель. И после того, как уже на всех стаканчиках я увижу свеженькие корешки, то есть заработала корневая система, растения вышли из стресса, тогда я их спокойненько пересажу уже в другие горшочки. Но об этом потом. Ну а сейчас о главном, о выводах. Вы увидели, какие растения приходят только что из посылочки. Они поджелтевшие, и это очень характерно для зональных пеларгоний. Плющелистные могут не так печально переносить дорогу в темноте. Королевские бывает даже вообще ни один листочек не темнее, не светлеет, то есть не желтеет. Вообще прекрасно переносят. А вот наши красотки, заналочки, они вот так себя ведут. То есть они желтеют в темноте. Но пугаться этого не стоит. Это фотостресс называется. Ну, так, такие растения, такой у них вот стресс, такая реакция на темноту. Прежде всего, ничего с ними не делаем, не вытряхиваем, не разглядываем там белые, светлые корни, не ищем ничего и, главное, не паникуем. Самое важное в этот момент дать растениям свет, то есть восстановиться. И вы вот уже видите, как на 4-й день они довольно-таки прилично и активненько начинают восстанавливаться, наращивают новенькие листочки, то есть активно начинает фотосинтезировать. А раз пошел фотосинтез, значит и пошло нарастание корневой системы. Ну, чего, собственно, вам я и показала. Вот они, эти беленькие самые корешочки новенькие. Ну, конечно, с одним таким корешочком я бы не советовала пересаживать, да и я этого не буду делать. То есть я подожду еще некоторое время, когда корневая система вот охватит этот объемчик. Это любой может быть грунт, какой вы получили. Вот я в данном случае получила, ну, торфяной грунт. Конечно, я торф чистый не применяю для своих пеларгоний. У меня такой грунт, ну, больше универсальный, там достаточно много дерновой земли, есть торф, есть перегной, и моим пеларгошкам это очень даже и нравится. Черенки я сажаю вот точно в такой же грунт. Он более влагоемкий и более питательный. Поэтому, когда вы получаете, например, мои пеларгонии, точно так же их распаковываете, выставляете, ничего не обрезая, не убирая никаких порченных листочков. Вот как есть, так и есть. Выставляете прям на свет, держите их под светом не один, не два, а более 4-5 дней, смотрите, как они себя ведут. Только потом уже мы удаляем плохие листочки.
И только после того, как вы увидите, что корневая восстанавливается, после этого можно их уже пересаживать, ну, вот в такие горшки, в которых они будут расти. У меня горшок, например, вот этот 1,6 литра. Это не 2 литра. А можно там в литр хотя бы. Поэтому самое главное, что я хотела вам сказать, это не трогайте растения после распаковки, не вытряхивайте их, а дайте им время прийти в чувство и восстановить нормальный процесс фотосинтеза. Растения – это такие существа, которые без света жить не могут. Всего вам доброго, друзья! Я надеюсь, вы примете мой опыт во внимание, и все у вас будет хорошо с вашими посылочками, с вашими череночками. До свидания!